Здравствуйте, уважаемые родители! Приглашаю вас на виртуальный семинар, который посвящен животрепещущей теме – самоизоляция и дистанционное обучение. Все мы с вами стали заложниками ситуации под названием пандемия. И это своего рода проблема. А решение проблемы начинается с понимания самой проблемы. Вот и сегодня мы с вами рассмотрим основные аспекты данной ситуации, а именно – выделим основные трудности, с которыми столкнулись мы, родители. Разберем возрастные особенности наших детей и как они влияют на дистанционное обучение. Также я вам представлю некоторые рекомендации, которые, надеюсь, смогут вам помочь при самоизоляции и дистанционке и посмотреть по-другому на разные ситуации. Также предложу вам свою индивидуальную психологическую помощь. Итак, первая проблема – это отсутствие или недостаточность технической оснащенности. Например, нет возможности выхода в интернет или интернет очень слабый. Наличие только одного компьютера на несколько детей, а плюс необходимость работы за компьютером самого родителя. И это, конечно же, все беспокойство. Поверьте, меня тоже это коснулось, но мы четко распределились, кто в какое время садится, учится и работает, и все у нас получается. Вторая проблема – это непосредственно наши дети, у каждого из которых свои особенности развития и необходима разного рода и вида поддержка, как со стороны специалистов, так и с вашей стороны. Поэтому это тоже такая большая трудность. Каждому из вас сейчас пришлось стать учителем, причем не по одному, а по нескольким предметам. Из-за этого, конечно же, случаются и конфликты, и срывы, и повышенная эмоциональная нагрузка. Все это накладывает отпечаток на взаимоотношения. Но в этом можно найти и небольшой плюс. Вы сможете увидеть себя или уже увидели и своих близких со стороны в этой ситуации. Может, открыли для себя какую-то черту вашего характера, либо черты характера ваших близких людей, на которые раньше совсем не обращали внимания. Ну и надеюсь, теперь вы точно поняли, что профессия учитель далеко не легкая профессия. Поверьте, нам сейчас тоже очень нелегко. Необходимо подготовить и провести все уроки, проверить все задания и не забыть помочь своим детям. Да и всю отчетную документацию нам никто не отменял. Возрастные особенности детей играют большую роль при организации дистанционного обучения. Младших школьников отличает неусидчивость. Им сложнее воспринимать информацию через видеоконференции. Они очень быстро присыщаются и также очень быстро отвлекаются. Подростки же и старшеклассники здесь уже тоже очень сложно, потому что иногда мы не можем заставить их вовремя сесть за выполнение заданий, вовремя отправить. А также они присутствуют на уроке, но часто в это время занимаются своими делами. Да и при выполнении заданий активно пользуются интернет-материалами. Конечно же, нагрузка на родителей большая, но и детям сейчас очень нелегко. Большая нагрузка у них идет и на зрение, и на психоэмоциональное состояние. Ну и, конечно же, на работоспособность тоже. Поэтому ребенку нужна поддержка, вне зависимости от его возраста. Поговорите с ним и выясните, что ему может помочь учиться самостоятельно, а что может помешать, и какую помощь он хочет видеть от вас. Дайте возможность детям делать уроки самостоятельно, насколько это возможно. Пусть не на пятерку, но вы постепенно воспитаете в ребенке чувство ответственности за свои школьные дела, а таким образом разгрузите себя. Конечно же, важна организация рабочего места. Здесь, я думаю, не надо никаких объяснений. Главное, чтобы на рабочем месте было только все необходимое и ничего отвлекающего от занятий. Самое время вспомнить о режиме дня. Это о границах ваших и вашего ребенка и о стабильности вашей семейной системы. Если режима не было, обязательно установите его. Просто четко пропишите основные пункты и строго их придерживайтесь. Также можете составлять план на каждый день. Желательно, чтобы уроки дети делали в первой половине дня. И тогда вторая половина дня – это уже отдых для детей и занятость для родителей. Ведь у вас, дорогие родители, есть свои занятия и работа.
Конечно же, следуйте инструкциям и рекомендациям, которые вы получаете от школы, от учителей, от классных руководителей по организации дистанционного обучения. И если у вас вдруг непонимание, какие-то вопросы, обязательно обращайтесь, вам всегда ответят. Обязательно в конце дня обсуждайте с детьми, что получилось, что не получилось и почему. Для понимания успехов и трудностей задавайте открытые вопросы, обращенные к конкретному опыту. Что, как, для чего, зачем, что чувствовал, как это получилось или не получилось. В свою очередь, давайте детям развернутую положительную обратную связь. Выразите радость, уважение и не забывайте обнимать своих детей. Вы можете вместе с детьми обговорить и те поощрения, которые они могут получить после завершения дистанционного обучения. Самое главное, не надо все время занимать и развлекать ребенка. У него должно быть собственное время, свои дела и совместные с вами взрослыми дела, которые давно откладывались. Чтобы уберечь себя и свою психику от социального заражения и массовой тревожности, нам необходимо сохранить нормальную способность к суждению и не впадать в одержимость. Не участвуйте в тиражировании паники, в разговорах, в сообщениях и соцсетях. Тормозите тех, кто загружает вас своими тревогами. Негативные эмоции тоже заразны, а жалобы ослабляют иммунитет. Возьмите за правило замечать каждый день то, что вызывает у вас позитивную эмоцию. Любая мелочь, аромат кофе, солнечное утро, любимая песня, улыбка близких и многое-многое другое. Устраивайте в семье обмен приятными новостями. Не листайте вы бесконечно эту ленту новостей, потому что наша психика воспринимает негативную информацию как угрозу. Одна из ее защитных реакций – это желание контролировать ситуацию в мире. Но это иллюзия контроля. На самом деле это только усиливает стрессовую реакцию, которая не получает выхода. А длительный стресс ослабляет иммунную систему, делая организм восприимчивым к инфекциям. Выражайте и проживайте свои эмоции. Любые человеческие трагедии могут вызвать стрессовую реакцию. А эмпатия – это естественное человеческое чувство. Поэтому хочется сильно смеяться – смейтесь. Хочется плакать – поплачьте. Старайтесь не выяснять отношения. Общая тревога воздействует на каждого по-разному. Но в целом возрастает внутреннее напряжение, и выплескивать его проще всего именно на близких людей. Оставьте серьезные разборки и важные решения на лето, когда, я надеюсь, уже все это стихнет. Сейчас вас может говорить тревога, но не объективное видение ситуации. Не стоит срочно пытаться перевоспитывать ребенка и своих родственников. Поверьте, это лишний повод поссориться. Не стоит давать волю дурному характеру. Если вы обратили внимание на то, что обычно было нормальным, то дело не в плохой хозяйке и плохом ремонте. Просто вы устали от однообразия. Ну и не стоит сердиться на шум и крики детей. Это совсем неэффективное средство. Детям тоже сложно без улицы. А энергию девать куда-то надо. Лучше попрыгайте с ними на кровати. Поверьте, я делаю это с ребенком периодически. И это очень весело и снимает стресс. Гораздо полезнее получить общие впечатления. Вместе посмотреть фильм, поиграть в настольные игры, собрать пазл, раскрасить картину по номерам. Я, например, во время этой самоизоляции посмотрела с ребенком те фильмы, которые у меня вызывали огромные положительные эмоции в детстве. Это и «Приключения электроника», и «Гости из будущего». И поверьте, у меня ребенок тоже испытал массу положительных эмоций. Также сейчас очень полезно просматривать фильмы о Великой Отечественной войне. А может, пришло время семейным ритуалам? Почему бы вечером не поделиться с детьми прошлым? Рассказать о своих бабушках и дедушках, какие они были? Может, самое время рассмотреть семейные фотографии или вообще составить генеалогическое дерево? Обратите внимание на достоинства своей семьи. Познакомьтесь с ними заново. Узнайте их как людей, а не как часть семьи.
А по интернету можно придумать новые формы общения с родственниками и друзьями. Ну почему бы, например, не поиграть в лото через Skype? Это же так интересно и задорно. Помните, только от вас зависит, станет ваша жизнь во время карантина тюрьмой или все-таки отпуском. Здесь я вам предлагаю потом внимательно рассмотреть такую вот круговую схему, которая была разработана Ассоциацией когнитивно-поведенческой психотерапии. Мне она очень понравилась. Кем я хочу быть во время, ну скажу, пандемии? И вы видите, здесь выделены три зоны. Зона страха, зона обучения, зона роста. Очень надеюсь, что вы уже давным-давно вышли из зоны страха и находитесь в зоне обучения и в зоне роста. Лучше всего быть там. Я всегда придерживаюсь того, что в любой, даже какой-то стрессовой, аховой ситуации, есть свои плюсы. Так и здесь есть плюсы и в дистанционном обучении. Вы самостоятельно планируете день. Вашего ребенка никто не вызовет там на нелюбимом уроке или на уроке, которому он очень переживает, к доске. Можно выбирать способы обучения самостоятельно. Например, не читать учебник, а посмотреть лекцию на YouTube. Можно учиться с чашкой чая, встать чуть-чуть попозже, не одевать форму. Ваши дети могут обратиться к вам за помощью всегда, если что-то непонятно. Еще миллион можно. На эту тему вы можете придумать сами. Я же, в свою очередь, предлагаю вашему вниманию полезные сайты, которые мы с сыном активно используем. Надеюсь, и вам пригодится. Здесь очень много видеоуроков, тренажеров, крупнейшая библиотека. А еще нам очень понравилась программа, имитирующая планетарий. Ведь впоследствии хотят ввести астрономию назад. Почему бы заранее что-то не изучить? Если же вы чувствуете напряжение, недопонимание, беспокойство, давайте поговорим. Вы можете обратиться ко мне за консультацией, чтобы получить рекомендации, ну или просто поболтать. Мы можем организовать и совместные какие-нибудь беседы, не один, не я и один родитель, а несколько родителей. Мою помощь вы можете получить в виде рекомендаций по взаимодействию с вашим ребенком, либо об организации там обучения в зависимости от особенностей вашего ребенка. Получить вы это все можете, позвонив мне, предлагаю вам два своих телефона, также обратиться ко мне через Skype, либо на нашей дистанционной площадке, где есть моя страничка «Психолого-педагогическая поддержка». Там, во-первых, очень много полезной информации как для детей, так и для вас, родителей. А также вы можете там оставить свой вопрос. Я ее просматриваю ежедневно и, конечно же, вам обязательно отвечу. Дистанционное обучение и самоизоляция – это вынужденные меры. Примите тот факт, что вы это все испытываете не только сами, самостоятельно. Но это испытание и для детей, и для нас, учителей. Нам также было необходимо адаптироваться, как и вам, и вашим детям. Но вместе веселее. В условиях самоизоляции мы все-таки стали ближе. Родители-дети-педагоги. Это нас сплотило. Не забывайте, пожалуйста, о юморе, который спасает в самых сложных пиковых ситуациях. Что же сейчас очень важно? Наши отношения с детьми намного важнее того, что какое-то задание может быть выполнено не совсем идеально. Выбирайте чувства ребенка, а не красивые и чистые тетрадки. Скоро это все закончится, и нам станет легче. Берегите себя, будьте здоровы и помните, все пройдет, пройдет и это. Ваша Ирина Андреевна.